под ваши аплодисменты. Ольга Неземная, замечательная поэтесса. От вас, дорогие друзья, требуется сегодня выбрать ту или иную сторону любви. Кто-то должен выбрать и читать страстные стихи, а кто-то должен читать стихи о любви. Давайте поаплодируем нашим участникам. Юрий Субботин! Добрый вечер! Юрий Субботин, как всегда, во всех смыслах боевой полной готовности. А вот Ольга, дорогие друзья, к нам пришла после продолжительной болезни. Ей очень сложно сегодня, но она взяла себя в руки и пришла. Пришла, чтобы выступить и поддержать наш новый формат. Аплодисменты! Ольга Неземная, Юрий Субботин. Давайте, дорогие друзья, начнем. Я хотел бы вступить вместо девушки. Ты вошла в мою душу тихо, нежной поступью, мягким взглядом. Мое сердце огнем вдруг вспыхло, я отравлен смертельным ядом. Он проник с поцелуем жарким в мою кровь, затуманил разум, что недавно казалось ярким. Все померкло, померкло разом. Я не чувствую губ и рук, и лицо мое стало белым. Меня корчит от страшных мук. Яд любви отравляет тело. Сколько мне умирать? Месяц, два или год? Ну а в общем плевать. Не вводи в мою кровь антидот. Не шепчи о любви, не надо. От меня не услышишь признания. Задыхаясь от действия яда, я еще сохраняю сознание. Ты, великий творец мироздания, помоги, я ведь тоже твое создание. Но на грани смерти познания понимаю, за что наказание. Ухожу побежденный с арены, наступает финальная сцена. Я смотрю, как вздуваются вены, в них не кровь, а кровавая пена. Я вскипел, я пастеризован, я готов, я смирился с судьбой, я как кролик парализован. Ну, глотай же меня, я твой. Спасибо. Олечка, к барьеру. Давай построим храм любви, шедевр любовного искусства. Построю лишь для нас двоих, и никого в него не пустим. Ты будешь архитектор в нем, а я твой верный подмастерье. У неба мы патент возьмем, а у земли благословение. У солнца краски, у луны ее надежную охрану. И от весны и до весны я в нем за нас молиться стану. Юрий Субботин. Всю ночь в объятиях музы пылкой я факелом в любви горел, а утром с ручкой, с бутылкой ее в стихах своих воспел. Я посвятил ей три сонета, поэму, оду, мадригал. Она меня потом за это имела так, что я икал. Я сполз с кровати еле-еле, за ночь изрядно похудев. Я не встречал еще доселе таких горячих страстных дев. Она меня как заводная имела за ночь 8 раз и стала муза как родная, роднее родины в тот час. Я написал стихов, 2 тома, так вдохновение накатило. Она ж вчера ушла из дома и всю наличку прихватила. Теперь я очень осторожен, решил, что надо бросить пить. Но с музой секс еще возможен, осталось денег подкопить. Спасибо. Если это соревноваться с девушкой, я очень не привык к первому разу. Такой прекрасный интернет. Я смотрю, у вас все больше о страсти. Да, да. И настоящая любовь. Отлично, друзья. Это 2 прекрасных сочетания сейчас на сцене. Прям такая любовь-любовь, лирическая и страсть. Это отлично. Собственно, у меня любви не так много стихов. У меня больше. Ты еще напишешь. Ты же сегодня на одной сцене.
фактически как в одной постели сегодня с Юрием Субботиным. Поэтому после ты два тома стихов просто напишешь. Я уверен, после сегодняшнего батла. Кстати, страсть в церковно-славянском словах. Грех большой. Нет, не грех. А знаете, что это? Страдание. Страсть страдание. Приятное страдание. Вот, да. Страсти. Много свело там, например. Страсти Христовой, вот такая этимология да. Немножко. Женщина Христа тоже была, все знают. Да. Как без этого? Цена страсти. Он любил ее сердцем и плотью. Он был молод, а молодость не чувствует разницы между любовью и похотью. И казалось ему, что на все готов. Ради этого тела красивого. Но души ее он не брал в расчет. А в душе ее демон сети свил. Демон знает, где дом найти, где ему будет корм и пристанище. Он-то думал ее спасти, но душа ее демона в капище. А душа ее почва бесплодная. Для любви там нет места. И прорасти семя в почве неплодородной не способно, сколько ни трать ты сил. Он старался идти по ее стопам, делал все, чтобы ей угодить. Но слишком поздно он понял сам, что любви семя не прорастить. Когда понял, что нету пути назад, однолюбом душа его рождена. Он пошел за ней прямо в ад, но он думал, что рай лишь она одна. Был же выбор жить жизнью другой, жить по заповедям, но без страсти той. И тогда бы, наверное, обрел покой он в раю с ангелом за спиной. Он не думал, он жил, как подсказывал ему дух его или души позыв. Может, лучше он жил бы разумом, и, наверное, долго он был бы жив. Только есть ли жизнь без забвения, без эмоций, без страсти, без похоти? Не променял бы он ни на мгновение это стояние на краю пропасти. Не променял бы на жизнь спокойную с ее размеренной повседневностью этой страсти жизнь свою полную, всю гамму чувств от любви до ненависти. Водопад бежит с бешеной скоростью, а под ним течет речка безрадостно, ведь бурлить у ней нет способности и падать так быстро и сладостно. Ну что, по третьему стихотворению. По третьему, друзья, да. Мы с тобой в любовь поиграли. Было забавно. Любовь победила, мы проиграли. Это было недавно. Память свою теребить не надо, больно. Мы могли бы друг друга любить вечно. Но хватит, довольно, наигрались. Давай все забудем. Будем жить только раньше. Вольно. Не моя, не твоя вина в том, что вместе не будем. Поднимай свой бокал вина за нее, за любовь. Ну, будем. Третье стихотворение, прошу. Ну, это такое спорное. То ли это любовь, то ли... Да. А когда-то ведь был ты нежнее, по-другому светились глаза, от обиды ты плакал сильнее, и соленей была та слеза. Ты прочел мою душу как книгу в откровениях встреч неземных, но распутав до нити интригу, ты пустился на поиск иных. А теперь те прочитаны тоже, и забытых сюжетов не счесть. А моя, вдруг она все про то же, ты попробуй ее перечесть. К барьеру, дорогие друзья, Юрий Субботин, Ольга Неземная. По вашим аплодисментам мы должны понять, кто из них понравился больше. Юрий Субботин, ваши аплодисменты. Ольга Неземная, ваши аплодисменты. Юрка, ты что? Ну вот, собственно говоря. Я, собственно говоря, очень этому рад. Я хочу, чтобы ты как мужчина вручил ей наш приз. Олечка, тебе стрелу страсти или стрелу любви? Я ту и другую, можно? Какую тебе? Я за любовь. Вручай. Аплодисменты нашим участникам, дорогие друзья. Летит аккуратно в ДКТ. Стрела любви. И прямо сейчас
дорогие друзья, на нашей сцене, прежде чем снова вокалистов мы будем приглашать, встречайте.